Привет, друзья, с вами снова я, Равшан Хаджиев, и на моем вкусном канале очередной очень аппетитный эпизод. Вместе с Coca-Cola мы рассказываем вам о национальных блюдах, которые обогащают собой новогодний Дастархан. Мы приехали в очень удивительное место. Оно славится своим нежным, вкусным и очень красивым нарыном. Обязательно все покажем, а пока запомните, если Новый год, то сначала нарын. И только потом оливье. Итак, нарын. Все, что касается этого блюда, говорит о том, что оно праздничное. По виду, вкусу и процессу приготовления сразу понятно, что нарын – еда парадная. Нежная лапша, мелко нашинкованная отварная конина и пара щепоток зиры с черным перцем – ансамбль, который придает нарыну неповторимости. Спутать его с чем-то другим просто невозможно. Кухня каждого региона Узбекистана имеет свои характерные особенности, и зачастую это связано с климатом. В жарких краях это блюдо крайняя редкость. Во-первых, из-за конины и ее влияния на организм гурмана, а во-вторых, конечно, из-за слабой устойчивости самого нарына перед высокими температурами. Это очень уязвимая в жару еда, но очень вкусно. На ташкентских столах всегда найдется место для нарына, а в праздничные новогодние дни тем более. Особую нежность нарыну придает то, что лапшу нарезают предварительно отварив тесто. Именно так. Пласты тонко раскатанного теста сначала варят, смазывают маслом, чтобы они не слипались, и только потом нарезают на тонкие полоски. Работа изящная, требующая особых навыков и опыта. С мясом почти так же. Охлажденная, отваренная заранее конина нарезается тоже очень мелко и только потом воссоединяется с лапшой.
янтарный, наваристый, имеющий массу полезных свойств бульон с неповторимым вкусом, тоже не остается без внимания. Подаваемый отдельно в косушке, он имеет целую армию поклонников. В дуэте с репчатым луком он хорошо прогреет вас в холодные времена, взбодрит и повысит иммунитет. Как вы могли догадаться, друзья, нарын – это удивительное блюдо-конструктор. Хочешь первое, хочешь второе, а хочешь и то, и другое. А вот эти вот сочные, очень вкусные дольки козы, как по мне, то это лучшие елочные игрушки. С Новым годом! Праздник к нам приходит. Будьте готовы!